Всем привет, ребята, с вами Саня. И сегодня я приду на баскетбольную площадку, чтобы показать... О, голубь. Чтобы показать парням, что такое баскетбол. Я раньше играл в приставку, думаю, что у меня что-то может получиться. А еще я являюсь профи по данкам, там выступал на международных соревнованиях. Только перед просмотром попрошу подписаться на канал и авансом поставить лайк. А мы полетели. Брозеры, в этом видео вы увидите лучшие моменты батана. Обязательно берите свой любимый напиток и какую-то вкусняшку. Приятного просмотра. Ого. Ребята, а вас как раз тут можно с вами как-то влиться? У вас же тут 2 на 3. Просто постоять? Не прибило. Ты играть вообще умеешь? Даже не знаю. Надо проверять. Ну так чуть-чуть люблю побросать. Ну тогда давайте сыграем. А как мы делимся? Ты на украинском только понимаешь? Да, украинском. Украинская мова. А ты из какой Украины? Китай. Китай, да. На украинской мове. Да, да, да. А, в принципе, логично. Не против, что я здесь с вами побегать? Я? Ну я видел, как по телевизору играют. Я думаю, чтобы просто походить, это, ну, в принципе, ничего больше не надо. У вас есть команда, ребята? Ой! На! Ого! Ой! На! Все хорошо? А, ты в форме вообще? Смотри, здесь типа 3 техники. Вот типа 1, 2 и бросок, понял? Но у меня только в сильную команду, я не умею. Типа вот делай 1, 2 и бросок. 3. Ну, почти, короче, так одной рукой. Блин. Да. Ты не ошибся? Видел в фильмах, как так делают. Да. Поехали. О! Ого! Скилл прокачан, конечно, нормально. Оп, я взял! Какой быстрый! Надо попасть в кольцо, сейчас будет, наверное. Чисто заправляюсь, потому что мне бабушка сказала, что если не буду заправляться, то спина будет болеть. Ой. Because cold today. My grandfather told me I need to be warm every time. Вот он я. Давай, ты не кидай, ну давай пас. Ладно, последний раз. Накрывай ее. Она опасная. Да ё-моё. Я играю в приставку часто. Главное зажать вовремя кружочек и треугольник. И оно все обычно заходит. Give me some space. Only because is weather. The weather is not fine today. Меня поставили против тебя защищаться. Думают, не умею и играть. Или умею? Иди сюда, красивый кардиган. Ого, как посадил. Как картошку. I got this shit. А, блин. Сори, извини. Я сейчас включусь. Я как старый телевизор, просто долго. Проиграли. Давайте, ребята, пора собираться. Давай. Окей, хватит. Так сказать. Вот так закрытыми глазами забиваю через себя. Просто поел. Мама такую вкусную грудку отварила, что я съел 2. Так, хватит уже.
Если я после игры номер у тебя могу взять как-то? Или... Посмотрим. Попробуем реверс в этот раз. Ну, после этого я уже думаю, можно на мирок, так сказать? Приближаешься. It was at this moment that he knew. He fucked up. I'm a self-made man out of Sweden. It's still off top, I'm tweaking. But I still gotta fight my demons. I ain't no good, I'm evil. I ain't been clean since Eden. There's a war going on outside. You can put your hands on your head like the Macarena. You know Yao Min? You are the son of Yao Min or not? No? That's only a question. Boy, young G's, and I'm a self-made man out of Sweden, and it's still off top, I'm tweaking, but I still gotta fight my demons. I ain't no good, I'm evil. I ain't been clean since Eden. It's a war going on. Не знаю как, но он все-таки залетел. Какой счет? 9-7. Ну что, Наташ, пойдем? Как тебя зовут, говоришь? Саша. На чай? Да. Так переодеваемся. Ладно. Брозеры, сейчас с вами поделюсь очень крутой криптобиржей Currency.com. Одни из самых низких комиссий и выгодных условий. Они заранее предупреждают обо всех комиссиях и сборах в соответствующем разделе на веб-сайте. А клиенты из стран СНГ смогут дополнительно сэкономить на комиссиях благодаря открытому счету в российском Сбербанке. Еще тут есть возможность торговать на демо-аккаунте, который имеет тот же функционал, что и реальный аккаунт. А самое главное, что на криптоплатформе Currency.com для инвестиций и трейдинга предлагаются самые известные криптовалюты, такие как биткоин, эфириум, биткоин кэш, рипл и другие. И очень важным для меня плюсом является то, что здесь работает отзывчивая, круглосуточная служба поддержки клиента. Так что, друзья, если вы, как и я, ищете криптобиржу, то переходите по ссылочке в описании и регистрируйтесь. А еще у них постоянно проводятся рекламные акции и публичные конкурсы для трейдеров, победители которых получают приятные награды и бонусы. Сейчас действует акция «Приветственный бонус». Переходите по ссылках в описании, пополняйте ваш аккаунт на сумму $20 и совершите одну левел операцию, и у вас будет возможность получить 50 токенизированных долларов на свой аккаунт. Бро, и хочешь сыграть? Просто типа чисто по приколу. Просто? У нас просто трое, типа. По приколу? Ну да. Ты играл когда-то? В школе. Плаванием занимался. Ну, плавание, ты понимаешь. Тебе поможет? А что, нет? Пас. Я не вижу здесь линии просто. Надо за что-то нам выводить, чтобы смотри, потом войти. Чешутся усы. Усы – это пропуск в трусы. Ой-ой. Серьезное оружие против меня. А, играю как девчонка. О. Ай-яй-яй! Судьба злодейка. Заслон? О. Вы вообще не устаете, я вижу, играть. У него походка агрессивная какая-то. В принципе, фол был. У-у-у. Отмечу тебя в своем блокноте как особо опасного. Звездочкой. У него руки очень цепкие. Он как человек-паук. Все мячи может взять. У-у-у. Это твои друзья так валят всегда? Я понял. Да что ж ты такой агрессивный? Какие-то боевые искусства? Извини, попал? Попал по самому дорогому. Результативная передача. Сори, что между ног попал тебе. Ну, мечом имею в виду. За что? Ой, сейчас, ого, рубилово какое. Оу, рубилово какое. Оу, здесь рубилово на каждом шагу. Все хорошо? Да.
Фух, сердце в пятки ушло. Надо просто включить в себе героя. Ромашечка. И закрытыми можно. Они не верят, что я забью. А ты что, можешь забить? Ой-ой-ой. Они уже раскисли. Они уже как пряники в молоке. Опа. Вот бог. Оу. 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 Я просто так испугался, меня тремор взяло. Я всегда бросаю в сторону кольца. Пам. Левой. Правой легко сильно. Правой легко сильно. Проходим во второй тур. Уходи. Не ходи сюда. Я на физико-технологическом факультете преподаю. Чисто, чтобы отвлектись от этих всех тетрадей, вышел к вам. Вот. Brody on the line, I'm tapping in. Got out here pulling the strings for me. A girl on the line, she feeling me. Vibe by the motivation, put in the time to get it. Girl on the rise, yeah, he kinda nice. Inside of my mind, no one's real as me. Lady, life has been gorgeous. Wake up the clear, I'm chasing the court. Praise up to God, I ain't chasing no bitch. Swinging the miss, got me hitting these licks. I get the orders, don't get it. Давай, если я еще раз забиваю, мы с тобой выходим один на один играть в баскетбол. Хорошо, договорились. Ты не веришь в меня, да? Поэтому так улыбаешься. Мне надо дополнительный буст. Only one shot to navigate the labyrinth of keeping it late, burn it down to the ash. My life been much more than imagined. I got where I'm at with the passion. Traded all to live it back. Pray we make it through the night. Oh, we ain't done it. Спасибо. А еще раз можно? А еще раз можно? Спасибо. Молодец. В очки попало? Не, нормализировалось. Бросок? Ты его отвлек, а я им забил. Римворк. Рим-тим. А, ты не с нашей команды. 9-10, и мы выиграем. А если я забиваю, то выиграем мы. Бро, как так? Ну как? Дядя, это все его свитер. Спасибо, ты был хорош, как бульдог. Вгрызался в каждое очко. Если ты понимаешь, о чем я. Мне обычно встретить таких баскетбольных. Ну, не, так и надо, скажу. Вместе? Да. Ну, ладно, я намотаю на ус. На их нет, но усики это, ну, ладно, там не будем. Ну что, пошли, один на один. Пошли.
Брозеры, огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Собираем 10 тысяч лайков и выпускаю вторую часть, где будет уже 2 ботана. Пока. Сейчас из-под двух ног. Это инверсионное движение, если вы понимаете, о чем я. Вы, наверное, продолжаете играть. Я пойду, а то уже стемнело.